Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале MyLoOpt. И сегодня хочу рассказать вам о таком ингредиенте, как бетаин. Фасовка у нас 25 грамм. Его поставщик Финляндия. Этот компонент, он очень хорошо для тусклых сухих волос. Волосы перестают быть ломкими, у них возвращается природный естественный блеск. Также, если у вас появились на коже морщины, даже если очень глубокие, то бетаин, если добавить его в крем, сможет разгладить их, сделать кожу более красивой, более молодой. Также, если кожа у вас очень сухая, шелушится, тогда бетаин сможет ее увлажнить. Также он нормализует водный баланс кожи, проникает глубоко в клетки, поэтому предотвращает последующее обветривание и пересушивание кожи. Его в косметических средствах применяют для увлажняющего молочка. Можно добавлять даже дезодоранты, особенно антиперспиранты, потому что он не забивает поры, сальные железы, поэтому спокойно можно его использовать, не боясь, что может быть какие-то возникнут проблемы. Также его добавляют в пляжную косметику от загара. Ваша кожа не обгорит, не будет раздражена, не будет печь. Спокойно сможете ходить на пляж, не бояться, что будут какие-то неприятные последствия. Прекрасно он действует в креме для рук. Особенно сейчас, зимой, когда руки особенно уязвимы, потому что холодно, холодный ветер. Бетаин сможет помочь вам защитить ваши ручки от шелушения, от неприятных ощущений, они будут у вас увлажненные, кожа будет бархатная. Можно его добавлять и в пенки для ванны. Он будет нежно ухаживать за вашей кожей тела, кожа будет бархатистой, красивой. Также можно добавлять и средства во время или после бритья. Кожа не будет воспаленная, не будет раздраженная. Его еще можно применять в детские шампуни, он не вызывает аллергию, не вызывает раздражения, поэтому для деток он абсолютно безопасен. Я хочу вам показать, какой он. Вот такой пакетик, порошочек беленький. Вот такой по виду. Спасибо, что заглянули на мой канал. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться. В прошлый раз я делала обзор пластиковой формы лимон. Вы сможете увидеть ссылочку на этот обзор под этим видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, заходить к нам еще, подписываться. Хорошего вам настроения!